Доброе утро! На этой неделе в Нягани-Ханты-Мансийске пройдет дождь. В исполнении Петербургского театра танца. Какие еще культурные циклоны нас ожидают, смотрите далее. 26 февраля классический русский балет представляет постановку «Лебединое озеро» в Большом зале филармонии города Сургута. Балет «Лебединое озеро» вот уже более полувека пленяет сердца поклонников классической музыки. Он по праву считается эталоном высокого искусства и является жемчужиной русской классики. В основу балета легла сказка рыцарской эпохи. 26 февраля не пропустите классический русский балет в Большом зале филармонии Сургута. 28 февраля в Центре культуры «Юность» города Нягани освежающее шоу «Под дождем» представляет Петербургский театр танца «Искушение». Как можно признаться в любви и выразить все свои чувства, не говоря ни слова? Есть множество разных способов, но самый проникновенный из них – это танец. В программе «Признание в любви» собраны лучшие танцевальные номера за всю историю театра. Зрители гарантированно окунутся в бурю эмоций и почувствуют безграничную силу танца. В постановке действительно идет настоящий дождь. А 1 марта шоу «Под дождем» прольется и в Ханты-Мансийске, в культурно-досуговом центре «Октябрь». В этот же день, 28 февраля, в Сургутской филармонии состоится небывалый по размаху концерт гитариста-виртуоза Дидюли в сопровождении симфонического оркестра Сургутской филармонии. Управлять оркестром будет Ли Отто, дирижер и музыкальный продюсер мирового уровня. Во время концерта, помимо уже известных и любимых широкой публике произведений, слушатели ожидают новые, необыкновенные по красоте пьесы в исполнении Дидюли и симфонического оркестра. Сам музыкант надеется, что это будет настоящее музыкальное явление в современной симфонической музыке. И 3 марта на сцене Дворца искусств «Нефтяник» спектакль «Парфюмер» театра «Европа» из Тюмени. «Парфюмер» – хореографический спектакль по мотивам известного романа Патрика Зюскинда. История гениального убийцы рассказана на языке музыки и танца. Уникальное режиссерское прочтение Дмитрия Ефимова. Мечта главного героя – аромат, внушающий любовь. Ради ее осуществления он готов на все, даже на самое страшное злодейство. Вот и приблизилось самое масштабное и самое культурное событие региона – 17-й международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» стартует эту пятницу, 1 марта, торжественным открытием в концертном центре «Югра Классик». В очередной раз окружная столица примет гостей со всей планеты, покажет лучшие фильмы. География фестиваля – 25 стран-участниц. Запланировано показать около 170 кинолент. Успейте приобрести билеты, ведь уже 4 марта состоится награждение победителей. Культура в переводе с латинского означает «возделывать». Возделывайте в себе любовь к невероятному и культурной вам неделе.